Приветики! Ну что, дельтаранчик? Дельтарунчик! Он не ранчик, он рунчик! Он про руны! Во-во-во! Привет! Не ходи за мной! Сова, ты сова ведь, да? Смотри, чтоб тебя на глобус не натянули. Тут все еще ничего нельзя купить. Выглядит, но дверь закрыта и внутри никого нет. Понятное дело, он тут один, этот принц тьмы. Эй, Крис! Ты в курсе, что удерживая кнопку Б, можно бежать? Нет, я был не в курсе. Точнее, Крис был не в курсе. Но мы с Крисом, короче, были вообще не в курсе. Правда? Верно, ты будешь двигаться быстрее, удерживая Б. Вау. И я буду прямо позади тебя, так что не волнуйся. Вот за это я как раз таки волнуюсь. Может, ты вперед пойдешь? Если ты не захочешь сбежать, в таком случае извини. Мы поняли. А что это громко? Или у меня опять в наушниках все громко? Или вообще все громко? Как у вас? Да не, у вас нормик. А у меня громко. И как быть? Есть какой-то способ сделать потише, но только для вас. Для себя, точнее. Ладно, потом. На наушниках просто нету регулятора. Точнее, он есть, но так как они... Ай, все, короче, не буду объяснять. Куда идти? Давай туда пойдем. Короче, нету. И все тут. Вот это значки везде. Это ж... О, Крис, это манекен. Что я сделал? А, что ты сделал? Это не вопрос был. Ты манекен самого себя сделал. И потом самого себя бил. Надеюсь, просто бил. А не любил. Сейчас, похоже, отличный шанс подготовиться к врагу. Давай. Хочешь, я научу тебя сражаться? Нет. Нет, я не буду сражаться. Верно, вы ведь уже сразились с Вансером. Не так ли? Да. Я был бы так рад учить тебя. Я абсолютно смущен. Абсолютно. Но на случай, если ты что-то забудешь, вот, я сделал руководство для тебя и Сьюзи. Нажми U, чтобы открыть меню и использовать его как предмет. Вы получили руководство. На, мне насрать, я не буду сражаться. Да. Интересно, можно это просто манекен? А, ну я думаю, может, просто пощадить манекен можно будет. Типа, вступить с ним в бой, не бить его, а просто пощадить. Боже, великие врата открыты? Неудивительно, что Вансер смог пройти. Крис, как только мы пройдем через эти врата, наше приключение действительно начнется. Крис, представляешь? Крис, аморфное ничто, он даже не говорит. Он только говорит «да», «нет». И то, наверное, головой кивает или «путешествие предсказано в точности пророчеством». Хорошо, но, Крис, я верю, что твой выбор тоже важен. Я уже выбрал себе имя. Я понял, насколько это важный выбор. Этот мир полон самых разных существ, Крис. В конце концов, то, как мы относимся к ним, имеет решение, решающее значение. Так что давай сделаем все возможное, чтобы обойтись без сражений. Давай! Если мы сможем это сделать... Я верю, что в этой истории наступит хороший конец. Я бы... Ой, я не хочу говорить, что бы я сделал, но я бы сделал бы такое, но я сделаю хороший конец. У нас будет конец, и он будет хорошим. Иначе я боюсь, что тебе, возможно, не совсем понравится результат. Ох, прости, я прошу слишком много. Я справлюсь. Крис, я знал, что ты... Он сказал целую фразу. Крис. Он напялил, короче, костюм супергероя, да, и такой... А, я теперь могу говорить больше, чем двух слов. Ничего себе. Крис, я знал, что ты герой. Как только увидел тебя... Да, это я герой. Давай, постараемся изо всех сил. Хорошо, хорошо. Громко очень. Блин, боюсь, что я сделаю потише, и вам будет тише. Так... А если я бас выключу? Ну а вдруг? А, с этой стороны. Не выключить. Да что ж так-то все? Ну давайте сделаем чуть потише. А то я оглохну.
У вас, возможно, тоже сделалось потише, так что сори. Э? А, ты закрыл дверь за собой. Из этих вот, которые закрывают двери. Понято. А сейчас-то мы наполнили... С закрытием двери позади вас ваше приключение наконец началось. И вы наполняетесь решимостью. Сила приключений сияет внутри вас. А, тут что-то сияет внутри меня. Понял. Тут решимости нет, тут есть только сияние. А, я же типа из светлых и вот из этих вот. А она, интересно, потрогала это место? Ну, это Сьюзи. Наша пассия. Я думаю, это наша па... Поле надежд и мечтаний. Под такую музыку-то да. Я наполняюсь надеждами и мечтами. Впереди враги. Вы умрете. Подпись Лансер. Да ладно ты. Ай. Так. Бубин приблизился. У него... Сколько хп-то? А, неважно. Действие. Бубин. Не, бум. Короче, ладно, неважно тоже. Убедить. Нрава учить, давай. А, это второй. А он магия, предмет. Пощада. Бубин. Вы рассказываете врагам о важности доброты. Враги устали. Ральзей щадит врага Бубин, но его имя не желтое. Попробуйте использовать усмирение Ральзея. Зевок, что? Хорошо. Воу, вау. Да ладно, я смог. Действие. Без сил. Проверить, а, убедить. А ты, короче... А ты защищайся. Вы попросили Бубина. Это как Дмитрий Губин. Он Дмитрий? Да неважно, Губин, короче, это не Бубин, это Губин. Прекратить бой, он сражен, наповал. Ну да, что-то в этом есть. А, я думал, это... Вау! Вау! А, то есть, тут можно как-то, да, типа... Пощадить можно тут на... Во, Бубин. Крис щадит врага Бубин. Конечно. А, надо нажать. Вы победили, вы получили 0 ОП. И что-то 35. Это тенге, наверное. Тенге, да. Казахских денег мы получили, подозреваю я. Такая музыка классная вообще. Если вы это читаете, то вы уже мертвы. Подпись Лансер. С логикой у тебя все отлично, Лансер. Все нормально, далеко пойдешь. Можно я почитаю сначала? Эй, не читай эту табличку, я все еще работаю над ней. Подпись Лансер. Хорошо, привет. О-хо-хо, это же мои любимцы. Шучу, вы даже не входите в мою пятерку лучших. Десятку-то ходим. Лансер, где Сьюзи? Вы про ту пурпурную девчонку? Хо-хо-хо. Глупцы, вы опоздали. Что ты сделал? А, это было так просто. Она отмутузила меня так, что я убежал. Разочаровывающая развязка. Ну ладно. Кстати, Санс, привет. Стопроцентный Санс, ну согласитесь, да? Так, куда пойти-то? Ну пойдемте сюда. Эй, если вы пойдете туда, мои войска устроят вам взбучку. Это угроза? Я предпочитаю называть это предложением. Хорошо, а что ты больше что-то нам еще скажешь? Так, ты будешь просто стоять тут? Я думал, ты хоть направо побежишь. Зачем? Пурпурная девчонка прямо там. А, она направо пошла, тогда пойдем вниз сходим. О, какое красивое дерево. Эти виды деревьев не содержат предметов, которые могут вас лечить.
Ни в коем случае не подходите к дереву и не нажимайте U, чтобы открыть меню. Вы поняли? Подпись Ванцер. И чё? Ну что там, брат? Нельзя использовать. А, просит. А зачем мне Ю нажимать? Навыки. Да, я не понял. Может не Ю, может X. С дерева свисает два предмета. Взять один. Да. Вы получили темную конфету. Взять? Конечно. О, а при чем тут Ю? А, он меня запутал. Ох ты, какой Лансер, а? А Бэшечку? Вспомнил про Бэшечку. Атя, ай, все равно напал. Два. Действие, бубен. Нрава учить. А ты, у тебя действий нету, да? У тебя только есть защита. А, то есть как бы, ну ладно. Там, да. Сверкай, сверкай. Ой-ой. Оу. А чё, я смог? Ничего себе. Бубин начинает засыпать. Действие. Бубин. Убедить? А ты это, защищайся. Узри мой алмазный резец. Оу. Бубина, да? А ты, короче... Не-не-не, не так. Да, тут же можно... Ты, короче, бубина убеждаешь, а ты щадишь это... Во! Ага. Во, ну да, что-то в этом есть. Я говорю, да, точно. Есть. Оу. И щадим, да. Щадим его по полной вообще. Хороши мы. Да, с тобой команда просто. Кто бы ты ни был. Ну, ты на сову похож чем-то. Сам... Мэн, здрасте. Ничего себе. Это мужчина, да, как я понимаю? А это, не знаю, что... Здравствуйте. Мама Миба, я шеф-повар. Мой последний торт выжал из меня все соки. Так что я решил вздремнуть, но мама Миба, меня разбудили страшный шум. Я застал ужасного зверя, склонившегося над столом и пожирающего торт. Это была Сьюзи. Я брызнул на него водой. Зверь зашипел и убежал, но мой чудесный торт. О, Крис, это похоже на Сьюзи. Должно быть, мы на правильном пути. Мама Миба, давай постараемся... Уберечь ее от новых неприятностей. Да ей вроде было приятно кушать торт. Так давай доедим торта. Остатки торта все еще тлеют. Взять кусочек? Конечно. Сломанный торт добавлен в ваши ключевые предметы. Угу. Это что такое? Это стена? А, ага. Ну да ладно. Тут как-то можно убежать. Оооо. Давайте разберемся с бубном сначала. Ты пока в защите постой. А потом вот эту королеву жабу, короче. Я не помню. Враги устали. Оба устали. Он там Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. А, он просто крутил. А-а-а. Бубен. Убедить. А ты пока... Да какую магию-то тебе? Защищайся, конечно. Ну да, говорит, что-то в этом есть. Почему у меня защита какая-то? Так, ты пощади, короче, бубна. А нет, ты, короче, дальше действуй. Сердце кто? Сердцы. Ритмы сердца. Нет, сердце, сердце я. Кто такая сердце? Я знаю Серсею.
А сердце не знаю. Лезть. Давай лезть. Вы попросили Рельза польстить всем врагам. Нам не нужны ЭП, улыбки на ваших лицах уже достойная награда. Зрите мой алмазный резец, а тот просто влюбился. Да, походу. Да, щади. И ты щади. Мы команда с тобой. Да, мы команда. Ладно, пойдем. Зато у нас будет деньги. О, две конфеты еще. Ну давай возьмем. Давай. Че, оставлять-то? Да, конечно. Пилки-то нам нужны же. Так, ты что такое? Посмотри на часы. Чтобы решить эту головоломку, вам придется поторопиться. А, понял. Ага. А, успел. А, понял, да. Очень сложно. Беспредел, я считаю. Сундук есть, а достать невозможно. А чё, где вот эта надпись? А? Мы не сохранили решимость, мы не стали светиться, мы ничего не сделали. Вы просто нажали на эту светяшку. Узрите лабиринт смерти. Готовьтесь потеряться, клоуны. Подпись Вансер. Вот сюда надо как-то попасть. Однозначно. Что-то заклякся. Ладно, прочитаем. Вы уже сбиты с толку? Чувствуете себя беспомощными перед всеми этими изгибами? Ваш внутренний компас вас не спасет. Вансер. Чё за херь? Какой-то враг, похоже, его раздавили. А. Ну мы догадываемся, кто это сделал, да? Так, мы до сундука сначала идем. Погодите, где я? Помогите кто-нибудь, я потерялся. А она просто ходила, да, повсюду и убивала врагов. Вы открыли сундук, в нем лежит белая лента. Вы положили предмет белой ленты в себе в броню. Эта ленточка, броня, Крис, она увеличивает защиту. Почему бы тебе не надеть ее через меню экипировки? Думаю, она тебе отлично подойдет. Уверен в этом. Красота будет несусветная. Вещи. Вот тут-то, да? Ага. О, тут прям, как знаете, вот в этих вот старых РПГ прям. Только в старых РПГ нельзя было еще это щадить. Нужно было всех убивать на своем пути. А тут прям вау. Щадить их можно. Привет, дружок. Тебе больно? Вау, погодите. Пусть мы и враги, но я должен предупредить вас. Здесь рищет фиолетовое бестие, давя всех на своем пути. Жопой, наверное, хнык. Мы ведь даже не любим сражаться, а король не оставил нам выбора. Ох, Крис, быстрее надо остановить Сьюзи. Да, надо бежать. Она жестокая баба. Мы сделаем из нее добрую девушку. Да? Крис сделает? Ну да. Эй, не смотри... Чё, эй, не смотреть, это честная, частная собственность. Да не понял я, про что ты, про табличку? Про что ты? Крис не сможет. О, так, вот куда надо было идти. Да. Привет. О-хо-хо-хо, каким-то образом вы пережили лабиринт. Это был лабиринт, если что. Всякие лабиринты бывают. Но не радуйтесь раньше времени. Посмотрим, как вы справитесь с ними. А, действие. Сердце, всем лезть.
Нам не нужны АП, улыбки на ваших лицах уже достойные награда. Вот так вот еще он сделал. Ага, любовь. Я правильно понимаю, что... Эй, как вы, вас еще не взбучили? Вы абсолютное меньшинство. Ты создал комнату, а команду только из врагов поддержки. А, это враги поддержки. Их атаки совсем не сбалансированы. Это как поужинать тремя стаканами молока. Блин, если я это сделаю, это будет опасно. Опасно будет подходить ко мне. Он что-то понял. И это неправильно? Да нормально делать так всегда. Почему бы нам это... Почему бы нам не поговорить об этом после битвы? У сердцы есть маленький секрет действия. А, я могу уже их щадить всех. А какой секретик-то у тебя есть, солнышко? Сердце мило улыбнулось. А можно что-то там лезть? А, ладно. Пощадим ее. Неожиданно было, да. Неожиданно. Вообще неожиданно. Отлично, Крис. Мы получили 0 АП и 84 тенге. Круто. А сколько получил я? Ты проиграл, Лансер. Ты ничего не получил. Может, поделитесь? Нет. Ладно, до скорого, неудачники. Это ты, получается, не... Ну, ладно, да. О, как быстро. Привет, Лансер. Чё, как? Я думал, ты убежал? Ага. Я уже всё. Наубегался, да. Оуф. Так. А, я понял. Давай быстрее. Они видят сначала, да-да. Типа, вот так вот, да? Вы издеваетесь! Да идите в жопу! А, понятно. Да реально, да? Ничего себе. Так, ладно. Попробуем. Крис, мне кажется, мы что-то упускаем. Мне кажется, тоже. Может, там пока стоит пройти дальше? Да, мне тоже так кажется. Что тут как-то по-другому это надо делать. А-а-а. Да открывайся же ты, тупая дверь. Ох, прекрасно. Это же вы, ребята. Сьюзи, мы волновались за тебя. А как ты прошла через те шипы? Взяла и прошла. Но эта дверь, отстой! О, не волнуйся, Сьюзи. Она откроется сразу после решения той головоломки. Круто. Скажите, когда закончите. Сьюзи, мы не решим ее без тебя. Порой, чтобы пройти дальше, будут нужны все трое из нас. А, я понял. К тому же, только Крис может запечатать темные фонтаны. Так что, если ты не пойдешь с нами, то... Не сможешь вернуться домой. Дура ты такая. Так ты говоришь, что я просто обезьяна, а... Просто обязана быть с вами? Ты просто обезьяна. А-а. Сейчас поджопники ему пропишет. Давайте уже покончим с этим. Ура, Сьюзи снова с нами. Включайте фанфары. Сьюзи присоединилась, наверное, да? Ага. К команде.
Жуть. Давайте больше так не будем делать. Это слишком долго. Сьюзи держится на расстоянии от вас, чтобы никто не понял, что она с вами. Да уж, я бы так и делал, наверное, будь я Сьюзи. Она нифига себе дверь покоцала. Вот это мощная женщина. Так. Да как троих-то туда посадить? Да вы издеваетесь. Не, ну просто, да. О, я смог это сделать. Блин, ой-ой. О, Крис, Сьюзи, не проходило обучение. Ну и ладно. Следующее, бою надо научить ее действиям. Да, она, походу, лучше тебя развивает. Думаю, ей понравится. Щадить всех. Привет, бру... А. Действие. В шаш... В шашках. В шашках. А, я не могу. Я не могу с таким драться. Комплимент сделай ему. В шашках жестко атакует. Вы вспомнили просьбу Релиза о Сьюзи и действиях. А. И пока защищайся. Польстить врагу. Чё бы мне это делать? Оно атаковало нас. Давайте размажем его поскорее. Оу, ну посмотри, Сьюзи. Оно абсолютно безобидно. Если ты будешь добрый, мы сможем победить без насилия. Уроды. Ладно, ладно. Эй, чувак. Моя секира была бы тебе к лицу. Ты где достал ее? Крис, может, мне стоит поговорить с ней? Надеюсь, пацифист-то еще возможен. А то она взяла просто и убила его. Я тайком прокрался и поставил табличку. Молодчина. А, то есть когда... Ну, понял. Эм, Сьюзи, полагаю, ты пропустила то, что я говорил ранее. Будучи героями, у нас есть сила для создания мирного будущего. Поэтому с этой минуты давай избегать сражения, хорошо? Идите в жопу! Да? Ча? Ну? Как насчет... Проявить немного милосердия. Если ты это ослабишь врага, я могу применить свое заклинание усмирения, благодаря которому уставшие враги засыпают. А, у тебя такая штука есть? Буду знать. Зевок. Ну да, меня от твоей речи уже в сон клонит. Но хотя бы подумай об этом. Мы должны предупреждать врагов о ней, Крис, хорошо. Будем так делать. Лавка. О, лавка. Привет, братиш. Эй! Эй, мелочи! Не хочешь немного туториалов? Всего за 50 темных долларов. Ну давай. Правда? Вы хотите их купить? Прошу за мной, джентель светы. А, сохранится только сейчас. Сьюзи, лиловый мучитель, стала вашим союзником. Сила грубиянок сияет внутри вас. Прям вот так вот. О, ты, приветствую, странники. Все равно делать нечего. О себе. Мое имя Шов. Произносится как Шов. Шов, а произносится как Шов. И это моя маленькая лавка. Ха-ха-ха. Год за годом я собирал всякие барахлишко. Конечно, никакой привязанности к нему у меня нет. Это просто хобби. В этом месте нужно уметь скоротать время. Или сойдешь с ума, как остальные. Светлые. Давным-давно темные жили в мире со светлыми. Они были для нас как боги, защитники, создатели. Они одарили нас целью. Но потом нас заперли в этой тюрьме без выхода. Светлые так и не вернулись.
Разгневавшись, король взялся за оружие и приказал уничтожить бросивших нас светлых. Хотя, конечно же, даже среди его войск есть те, кто тайно надеется на их возвращение. Королевство исторически сложилось так, что всем понравилось четыре короля из карточного замка на востоке. Но не так давно объявился неизвестный рыцарь, и трое из королей оказались взаперти. Последний король со своим сыном взяли бразды правления. Никогда еще мы не жили в таком хаосе. Ага, что ж, об этом вам знать не нужно. Почему? Мы герои легенд. Так вы и есть те герои, которые запечатывают наш фонтан. Но удачи, мне до этого дела нет. Светлые ли изменят мир или темные? Не, насрать. Я понял. Выйти. Так, купить. Что есть? Темная конфета, темная янтар-карта. Что такое? Броня, защитный оберег. Жуткий меч. Ну мы не атакуем, а вот это пригодилось бы, да? Да, куплю. Еще увидимся или нет? Да, или нет. Так. Как? Юшка. Вот это снаряжение. Вот она, да? Ей мы оденем янтар-карту, да. Она еще и магией может. Но мы не увидим всего этого, мы же будем просто их щадить. Сьюзи, Лиловый Учитель стала вашим сыном. Это мы, да, знаем. Хотя порой хочется прописать. Но все же. Простите нас, обычно мы занимаемся головоломками, но нам приходится продавать туториалы, чтобы сводить концы с концами. Когда король получил власть, он уволил всех и заменил всех создателей головоломок на него. Правилус карт? Ничего себе, герцог головоломок, будьте осторожны. Хорошо, привет, братиш. Моя тема, задавай вопросы. Что такое Пен? Что такое Пен? Узнать вы хотите? С ним заклинание в жизни воплотите. Как только полоска заполнится слева, использовать магию можете смело. Не подумайте о нем без тоски. А значит Пен порванные носки? Нет, это значит показатель напряжения. Что, правда? Тут стишками он говорил, да? А я что-то как-то тупо прочитал. У них... Один бедняга без шляпы, да? Раузей, моя тема. Задавайте вопросы. Усмирение. Раузей, усмирение, магию знает. Используйте на детях, когда те рыдают. Что? Она безопасно выводит уставшего врага из битвы. А что если вы сражаетесь с детьми? Да, хороший вопрос. Сьюзи, моя тема. Задавайте вопросы. Факт, пока. Предупреждение. Если Крис предупреждает Сьюзи, бить не сможет. Так всегда держи в уме. Ага. Что? Нет причины делать этого. Пока. Пока вы не заходите. Что? Нет причины. Или не захочете? А чё вот это? Факт. Сьюзи любит, когда вы даете нам деньги. Она будет? Нет, вообще пофиг. Я что-то не так сказал? А ты? Крис, моя тема. Задавайте вопросы. А у того чья тема была? Кто-то четвертый еще, да? Оживление? Оживление? Как ОЗ упадет, так ваш дух вслед за ним. Но верни его в строй, знай секрет лишь один. Едой ли, заклятием ОЗ возвратить. А мятой ты можешь с нуля воскресить. Ничего себе, то есть можно исцелять даже обычными предметами, да? Да, о чем я и говорю. А что там у тебя еще было? Факт. Рекомендую нам денег оставить. Тебе осчастливит, удачи прибавит.
Ему для денег мы здесь откопали, а яму для денег мы здесь откопали ему, ведь нашу коробку злодеи украли. А-а-а. Цели норы. Чего? $1 тенге. Ежемесячник, еженедельно. 10 еженедельник, ежемесячно. А 100 баксов, как накопят, сразу прекратят. Король даже не платит нам выходные пособия. Его сын дает нам шапочки. Они колятся. Да, бывает. А что тут? Нора пожертвований. Если вам понравится наше обучение, берете немного денег в нору. Брошу. Вы положили доллар в нору. Нора теперь полна. И вот ты счастлив? А. Подожди, а вот этот... Я по... А вот ты-то кто такой? ПН, моя тема. Задавайте вопросы. А. Получение ПН. Вы получаете ПН, себя защищая. Затем победите врага, заклиная. Копите ПН, приближая к снарядам. Контур сердца ищите, приближаясь к снарядам. А, я понял. А. Ты срифмовал снаряды со снарядами. Потом, что это важно? Да, важно, наверное. По крайней мере, для Сьюзи. Короче, я понял. Какой-то ПН еще копится, и можно тратить его на магию. Да, мы... Блин. Нельзя скипнуть текст. Вот это тут не очень, конечно. Оф. Ну, пойдемте в дверь. Одинокая дверная рама. Почему-то за ней ничего не видно. И чё? Чё тебе мешает? О, здорово. Мать моя пиковая дама. Клоуны вновь в городе. Ну, плохие новости. С момента нашей встречи пару минут назад. Я собрал новый отряд, что точно остановит вас. И даже лиловая девочка не помешает мне. Хо-хо-хо, готовы к... Заткнись, мразь. Это вообще что? Что ты такое несешь? О-хо-хо-хо. Это мой злобный смех. Страшный, правда? Ты звучишь как мелкий Санта-Клаус. Типа так же круто? Заткнись. Ты правда думаешь, что знаешь, как быть страшным? Ну, я... Нет. Чувак, псевдокрутые парни типа тебя меня бесят. Смирись, ты не узнаешь страх. Даже если он возьмет тебе за шкирку и откусит лицо. Это неправда? Неужели? Проверим. Начнем с той части, где откусывают твое лицо. О, отлично, я все понял. Спасибо, фиолетовая девочка. Что? Спасибо, это было очень любезно с твоей стороны. Показать мне, как быть страшным с этим злобным смехом. Эй, я не... Я сейчас. Вам устроит взбучку? А вам устроит взбучку? С Рождеством. Ну, в какой-то степени это прогресс. Так, мне нельзя, чтобы это било действие. Не понял. А ну давайте подружиться. А ты защищайся. Хорошо, вы победили, будем друзьями. Барри, Барри, держись, Барри. Они попали по нему. А как это? Вы сразу предупредили... А! Все, понял, как это работает.
Все, до меня дошло. Жазл делает вид, что марширует. Действие. Подружиться. Защищая. А она, короче, ходит, потому что может. И ей насрать. Всегда хотел себе друзей, как вы. Тебе еще прописали. Пахнет картоном. Ага. Блин. Ну ладно. Все равно эту игру не пройти. Есть только две главы, да? Ой, гляди, Крис. Очередная головоломка. О, нет. Давай прочитаем инструкцию. А, табличка испорчена. Тут написано: вам, глупцам, отныне никак с ней не справиться. Портить инструкции — это явно против правил. А дальше написано: пс, я сам творю свои правила. Пк. Пк. Пока, наверное. Ну, это много объясняет. А почему бы нам просто не перелезть через этот забор с пиками? Потому что они нас проткнут, и мы умрем? Круто. Решайте головоломку, а я займусь забором. Давай, Крис. А, понял. Ага. Очень сложная головоломка. Я думал, это вода, если честно. Отлично, Крис. Думаю, ты на верном пути. Крис, можешь сдаться в любой момент. Все путем. То есть сдаться. Я Крис, а не чмо какое-то. Хотя, ладно. Ох, отлично, Крис. Все получилось. Блин. Так ни на что и не напоролась. Ну и ладно. Погнали, болваны. Погнали, Сьюзи. Отлично, Крис. Да, неплохо. Так. Ну давайте туда побежим. Не хочу я с тобой драться. Да, блин, я думаю. Убин. Давай предупредим сначала их. Ага. Да, да, да. Вау. Ой-ой. Ой-ой. Бубен. Нраво учить, да. А ты что? А у тебя ничего нету, потому что. А ты еще и стрелять умеешь? Ну тогда защищайся. Ну да, да, да. О-о-о. Ой. 37%, да, стало? Так, бубен. Подожди, не понял. Бубен. А. Убедить. А ты магией можешь пользоваться. Исцеление. Криса исцели. Макс. О, нормально отхилил, смотри-ка. Да, да, да. Тут прям с магией. Так, ты тогда... Бубен убедить, да, да, да. А ты щади, короче, вот этого бубна, да. Ага. Да, нормально все. Так, ты, короче, льсти ей. А ты щади, ага, бубна. А ты бей, как дура. Так. А! Нифига себе ты какая, а. Такая ты, короче, вообще. А Сьюзи кто-то прописал, что ли? Ничего себе. За что?
хотя она заслужила, мне кажется, но тем не менее. Так, это куда дорога идет? Нет, стоп, а наверх... Да, идите! А можно... Сначала, да, предупредить надо, чтобы она не убила. И хочется их бить реально. Надо такое сообладание иметь, чтобы не драться с ними. Терпение просто уровня бог. Ага. А ты пока защищайся. Давай быстрее. Так, действие. Подождите, а если он будет... Нет, значит, действие бубен, да, убедить. А у тебя магия и усмирение второго бубна. А, да, да, это работает так. Типа, я понял, да, как это работает, да. Ты щадис, а у тебя магия, усмирение и... Ага, во! Вот так вот можно. Все, окей. Ну, денег хоть заработали. Да беги ты, бегать же умеешь. Порядок комнат в карточном замке снизу вверх. Разумеется, если вас там не было, вы его и не знаете. Это значит... А, это сундук. Что значит снизу вверх? Как это понять, а? Это невозможно решить, если вы там еще не были. Все, понял. А давай ты на меня не нападешь на этот раз. Ладно. Предупреждаем, но... Давай быстрее. Так, действие. Нравоучить. Ты, короче, защищаешься. Ага. Давай, давай. Надо везде попасть. Вот это вот. Во. 49. Ничего себе. Действие. Убедить. Магия. Усмирить. Бубна. Поехали. Мне показал лужу под себя напрудил. Давай. О, бубен, а ты магией усмиряешь сердце. Да, во, давай. Красавцы, но Dream Team. Я не знаю, для чего вам Сьюзи, конечно, нужна. Ну так, чтобы была, видимо. Это тут написано-то хоть. Когда наступите на свет, вернитесь к началу. Ага, я понял. Тогда надо... Ага. Ага, ну да. Умён чё? А чё? А ничего. А умён просто. Чё? Оу! Так, ты кто? Действие. Надо вас... Колыбельно? Нет, давай предупредим сначала. А то она размотает их. Ага. Цели. Вау. Вау. Ничего себе наполучал, да, по жопе-то? Пешка колыбельная. А, Сьюзи заснула.
Угу. Давай, усмиряй, ну. Не, усмирение это круто. Они-то команда, а Сьюзи-то для чего вообще просто? Для красоты, да, как я понимаю? Чтобы быть... Ой, рано. Да ты чё, прикалываешься, что ли? Это невозможно. Или типа... Она когда пропадает, да, мы можем переходить. А, всё, рано, да. Да блин. А, все понял, ага. Здорово! А-ха-ха-ха! Так вы дошли до великой доски. Вы на полпути к нашему замку. Впечатляет. Как печально. Что дальше вы не пройдете. Ведь мои ребята оставят от вас лишь лужу крови. Много крови. Целые фонтаны. Так мерзко и противно. Ну, фиолетовая девочка так страшнее. Почему ты меня спрашиваешь? Потому что ты здорово умеешь пугать. Я хочу быть таким же страшным, как и ты. Ты хочешь быть похожим на меня? Да. Что ж, это тупо. Но, новый смех уже не так ужасен. И обещание оставить от нас лишь лужу, крутое. Ну нахрена тебе ведро? Это для крови. Мне нельзя оставлять беспорядок. Все равно спасибо за отзыв. Уже чувствую себя очень страшным. Да без проблем, наверное. Так ты будешь атаковать нас или... А? Да, я так волновался, что забыл позвать ребят с собой. Но следующий раз станет последним для... я все это время называл вас просто клоунами. У вашей команды есть официальное название или типа того? А, Крис, нам стоит обзавестись названием. Нет, не стоит. Решено. Все кладут варианты в это ведро. Отлично, все варианты собраны. Голубой человек, можешь выбирать. Хоть ты и не Сьюзи, но тебе похоже все фиолетово. Чё, мятая бумажка? Опрятная бумажка. Бумажка с надписью «Лансер». Это было сразу понятно. Вы взяли бумажку с надписью «Лансер». Вы открываете ее. Внутри тоже написано «Лансер». Вау, кто-то... Кто это придумал? Шикарно звучит. Погоди, а с чего ты выбираешь название? Выбирал же не он, а Крис. Да, и неважно, кто там мог написать это. Трепещите, ведь скоро Лансер встретит свою погибель. Знаете, все-таки странное название. Знаю, для краткости назовем вас фан-клубом Лансера. До скорого, я... Ты свалил, все понятно. Сила фан-клуба Лансера сияет внутри вас. Ой, закончим на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!